Так, всем привет. На очереди очередная распаковка сезона. То, что ждать долго из Китая, можно быстро купить на Озоне. А нам в данном случае очень нужен разъем. И прислали именно тот, который нужен. Здесь папа-мама с набором клем и данный разъем подходит на электровелосипеды, самокаты. В общем, мне он нужен для проверки. Будем собирать проверочный тестер, вернее провода для проверочного тестера, и там нужен будет такой замечательный разъем. Этот разъем идет на датчике холла на мотор на электровелосипеде. Считается как автомобильный разъем, бьется также 6-пиновый. Ссылка на него с Озона будет в описании. Клеммы нормальные, все по классике. Саликов будете его ждать месяца полтора, и выйдет он, как ни странно, на дороже.